глобальное православие фактически молчит по поводу войны. Многие из-за страха, многие из-за того, что в глубине души где-то поддерживают эту войну. Многие подкуплены просто российскими деньгами. Удельный вес религии достаточно высоким. В этой современной версии фашизма без церкви эта идеология бы не возникла. Патриарх Кирилл проповедует фактически версию фашизма. Да, сейчас это главное топливо войны, это главный мотор войны. Здравствуйте, меня зовут Сакен Аймурзаев, это телеканал Freedom и наш проект «Люди доброй воли». Гости этой программы, где и как могут поддерживают Украину в ее борьбе с российской агрессией. И сегодня я хочу представить вам гостя, это известный богослов, писатель, священник, отец Кирилл Говорун. Кирилл Говорун – архимандрит, богослов, публицист. Родился в 1974 году в Черкасской области. После школы пошел учиться на физфак. Спустя год понял свое истинное призвание и поступил в Киевскую духовную семинарию. Затем окончил духовную академию, преподавал. Был научным сотрудником нескольких иностранных университетов. Профессор университетского колледжа Стокгольма. Здравствуйте, отец Кирилл. Рад вас видеть, особенно в студии. Сейчас редко кто приходит. Как говорим, мы, журналисты, живьем. Спасибо, что пришли. Спасибо за приглашение. Отец, в первую очередь, вы, как богослов, как историк, как исследователь, много пишете в последнее время о природе российской идеологии, вот этого конструкта, этого компота, в котором они живут, который они создали. Какая часть в нем принадлежит религии? И как можно этот конструкт разобрать? Что в нем, помимо религии? Вы правильно назвали это компотом. Это действительно такой постмодернистский конструкт. Вот. Хотя при этом он является, я бы так сказал, современным языком выражаясь, апгрейдом классических идеологий, идеологий, которые расцвели в первой половине 20 века, вот, которые мы знаем как идеология фашизма, идеология нацизма. Фашизм — это технический термин, термин, который обозначает семейство идеологий, которые, в общем-то, привели ко Второй мировой войне, которые потерпели фиаско в результате Второй мировой войны. И как и с нынешней российской идеологией, путинизма, так ее пока назовем, да, те идеологии тоже не были очень строго систематизированы. То есть это тоже был компот идей. Вот. Лишь позже, уже после фиаско, собственно говоря, фашизма, и его радикальные формы нацизма, потому что нацизм — это радикальная форма фашизма, но при этом их нельзя отождествлять до конца. Вот. После фиаско вот этих идеологий начали осмысливать интеллектуалы на Западе, осмысливать что-то такое. И собственно говоря, выстроили эту идеологию фашизма в такой стройный конструкт. Нечто подобное мы делаем и сейчас, но единственное, что мы сейчас пытаемся рационализировать, как-то осмыслить вот эту идеологию путинизма, не дожидаясь ее фиаско. Но это очень важно сделать, потому что, на мой взгляд, как война эта началась с идей, так она и закончится идеями. То есть окончательная победа над путинизмом будет возможна не тогда, когда он проиграет эту войну на поле боя, а когда эта идеология будет окончательно дискредитирована, деконструирована и отправлена на свалку истории. Вот. Поэтому это очень важно делать, и, в общем-то, мы с коллегами и в Украине, и за пределами Украины пытаемся это делать. И какая роль религии вот да. в этом конструкте. Да. Вот, если сравнивать вот эту версию фашизма, потому что мы можем говорить о, там, скажем, фашизм 2.0, да, вот, по сравнению с фашизмами, которые были в середине 20 века, в первой половине 20 века, то мы видим удельный вес религии достаточно высоким в этой современной версии фашизма. Он сопоставим, может быть, с той версией фашизма, которая возникла в Румынии. Вот, в Румынии, как и в небольших странах Восточной и Южной Европы, были свои версии фашизма. Вот изначальный фашизм, он родился в Италии, собственно говоря, почему он и назван фашизм, это итальянское слово, да? Но были созданы, вот если как бы итальянский фашизм можно считать там фашизм 1.0, да? А вот румынский фашизм был такой, какой-то фашизм 1.5, да? Одна из версий этой идеологии. Вот там удельный вес религии был очень высоким. И вот нынешняя идеология путинизма, она может быть сопоставима с румынской версией фашизма. Вот. Религия, я думаю, что в значительной мере церковь, потому что я бы не стал сюда как бы отождествлять церковь и религию в данном случае, то есть представители церкви, они сделали очень существенный вклад в развитие вот этой идеологии. Я бы так сказал, что, наверное, я бы так даже смело сказал, наверное, без церкви эта идеология бы не возникла.
Вот как. Если, например, сравнивать Путина и Муссолини, да, mm-hmm. вот они во многом сопоставимые фигуры. И, например, стилистически, там, обнажение торса, там, как бы желание фотографироваться с голым торсом. Mm-hmm. У Муссолини и у Путина очень похоже. Или фотографироваться на коне. Вот я в Риме посещал виллу, где жил Муссолини, вот практически все годы своего правления. И там много его личных фотографий, как он тоже с голым торсом ездит где-то на коне. Вот mm-hmm. так и Путин. Фактически эстетически повторяет Муссолини. Но между ними есть существенное различие. Муссолини начинал как социалист, закончил как фашист. В какой-то мере противоположностью самого себя. Это очень похоже на Путина. Путин ведь тоже начинал как демократ. Да? Да, то есть он ельцинист, он из ельцинской вот этой группы вышел, его, собственно говоря, ельцинская группа и поставила, привела к власти. И если посмотреть его ранние интервью, ранние публичные высказывания, то это высказывания довольно-таки классического либерала или демократа, да? Со всеми там поправками на его бэкграунд в спецслужбах. Вот. И потом он превратился в нечто противоположное самому себе. Вот похоже на Муссолини. Да? Но, опять, вот теперь к различиям между Муссолини и Путиным. Муссолини с самого начала был одержим идеями. У него бурлили эти идеи. Да? Mm-hmm. Когда он был социалистом, когда он начинал свою политическую карьеру как журналист, у него была масса идей. Он пытался это все сам формулировать, сам осмысливать, сам продвигать в массы. И у него получалось. То есть он был всегда творцом своей идеологии. Uh-huh. А у Путина такого нет. Не было с самого начала и нет и сейчас. У Путина никогда не было идей. Я думаю. Это человек без идей. Вот. Но это человек, который воспринимает чужие идеи, человек, который потом воплощает эти идеи. Он дает им толчок, дает им жизнь. И вот я думаю, что у Путина не было изначально, и до сих пор нет собственных идей по поводу того, чем должна быть Россия, чем должна быть, вот это как они называют, цивилизация. Эти идеи он одолжил у церкви. Эти идеи ему были вложены как раз церковью. И в этом как раз роль религии или церкви, что церковные деятели, такие как патриарх Кирилл, например, и другие, митрополит Тихон Шевкунов, вот они сформулировали для Путина то, что он принял как идеологическую основу своего жизни. Получается, патриарх Кирилл и митрополит Тихон и есть фашисты настоящие? То, что они проповедуют, это классический фашизм. Это фашизм 2.0. А вот, ну, все-таки вы в силу своей долгой карьеры в церкви видели близко патриарха Кирилла. Он всегда был этих идей человек? Или он тоже эволюцию прошел? У него очень радикальная эволюция. Она похожа на... Например, был такой папа, который начинал во времена преобразования в Европе как либеральный деятель, Пий IX, совершенно верно. Вот. И он, его выбрали папой как очень свободомыслящего, открытого человека. Вот. И он превратился в радикального консерватора в результате. Вот именно при нем состоялся вот этот очень противоречивый Первый Ватиканский собор. Да? Вот. И нечто подобное в своей истории, в своей траектории жизни, и повторю, мне кажется, патриарх Кирилл, он был с самого начала очень свободомыслящий и, может быть, самый открытый иерарх Русской Православной Церкви. Может быть, он был один из самых открытых иерархов вообще в глобальном православии. Mm-hmm. Вот, и он превратился в самого, я не побоюсь сказать, самого радикально консервативного и радикального просто иерарха на другом спектре, на другом конце спектра идей. Не побоюсь, да, сказать, что он проповедует фактически версию фашизма. Угу. Да, сейчас. И это то, что он, во что он верит, это то, что он создал, это его детище. Вот, он его, это детище, продвигает в публичном дискурсе России. Он продвигает это детище среди элит. Собственно говоря, он заразил российские элиты этими идеями. Не то, что эти идеи как бы возникли сами по себе, или то, что вот он пришел, рассказал им, и они в это поверили. Нет, конечно, они были уже как бы где-то висели в воздухе. Mm-hmm. И какие-то предпосылки для того, чтобы они были восприняты российскими элитами и российским обществом, они были, безусловно. Патриарх смог, и не только патриарх, вы правильно сказали, митрополит Тихон, но это немножко две разные траектории. Да, да. Я бы так сказал, что это, скажем, такой фашизм 2.0 и 2.1. Mm-hmm. Это немножко разные, у них разные подходы и разные установки, о чем я могу немножко сказать сейчас. Mm-hmm. Но факт тот, что, как и, собственно говоря, с идеями фашизма вот в первой половине 20 века, которые эти идеи сформулированы, там, сформулированы Муссолини. Муссолини был идеологом, да, он написал книжки mm-hmm. на эту тему. Вот, как с ними их идеи упали на подготовленную почву, да, и
произошел резонанс между ними и современным им обществом, так и с патриархом и с его вот этим кругом идеологов. Я не сказал бы, что митрополит Тихон является его сотрудником, скорее антагонистом, но они как бы с разных сторон подошли к тому, что они бросили в эту почву идеи, и эти идеи очень быстро, бурно взошли и привели, собственно говоря, к возникновению вот этого режима и создали предпосылки для войны. Это главное топливо войны, это главный мотор войны. Я еще их называю запалом в гранате. Вот граната, которая состоит из взрывчатого вещества, она сама не взорвется без запала. Вот идея — это вот тот запал, который был вставлен в гранату, теперь она взрывается. Мы сейчас, когда находимся в войне, да, мы много говорим о том, как потом должна восставать справедливость, о Гааге для Путина, для военных преступников. Да. А может быть Гаага для церковных деятелей, которые в этом принимают непосредственное участие? И как она может выглядеть? С точки зрения международного права нет никакой разницы между клириком и неклириком. Если этот человек совершил преступление, он должен понести наказание, должен быть привлечен к ответственности. И в этом смысле неважно, кто это, патриарх, митрополит, светский человек, муфтий, если он нарушил закон, международный закон, международное право, если он совершил или соучаствовал в преступлениях против человечества, в военных преступлениях, то он должен, конечно, понести наказание. И я думаю, что это намного более правильный путь наказания виновных, чем, например, через церковное даже осуждение. Потому что, я бы так сказал, глобальное церковное осуждение идеологии русского мира, безусловно, необходимо. Возможно, много говорили, продолжают говорить там о суде над патриархами, над иерархами РПЦ, о суде там, со стороны Пиндархии и так дальше. Но проблема в том, что, конечно, в Римской церкви с этим проще. Там эти процессы кодифицированы, и процедуры понятны. В православной церкви все намного сложнее. Очень давно не было прецедентов такого осуждения. Вот. На моей памяти единственный случай — это было снятие патриарха Иринея Иерусалимского. Там, по-моему, коррупционная была какая-то. Там была, скажем так, даже коррупционная, это да, но там был конфликт между патриархом и синодом, и в результате вмешательства других церквей разрешили этот конфликт в сторону синода. Ну, это был очень сложный случай тоже. И этот случай показал, насколько сложно осуждать иерархов, тем более патриархов, за какие-то причинения и преступления. Мы видим, что сейчас, например, глобальное православие фактически молчит по поводу войны. Есть отдельные голоса, патриарх Варфоломей, например, очень резко и однозначно высказывается, скажем, предстоятель финской православной церкви. А почему они иерархии? Это большой вопрос и хороший вопрос. Многие из-за страха, многие из-за того, что в глубине души где-то поддерживают эту войну. Многие находятся в плену идей какого-то византийского возрождения, византинизма, то есть возрождения идей такой сильной православной государственности. И это, кстати говоря, очень интересный тоже вопрос, потому что если мы посмотрим на формы фашизма, православного фашизма в 20 веке, я упомянул румынский, но были и другие, да, формы фашизма, формы диктатур православных, которые существовали, они все апеллировали к Византии. Они все хотели возвращения византинизма. Симфонии, совершенно верно. И многие до сих пор чают этого. Для многих Путин — это Василевс, византийский Василевс, возрождение Юстиниана. Вот. И поэтому они не спешат осуждать эту войну. Для многих это просто вопрос политического выживания, например, на Ближнем Востоке. Да, потому что если они скажут что-то против России, то их местные царьки, правители, с ними разберутся. Для многих это вопрос коррупционный, многие подкуплены просто российскими деньгами. То есть это как бы ждать какого-то непредвзятого суждения от этих иерархов очень сложно. Именно поэтому важнее и можно более полагаться на суд светский по отношению к соучастникам военных преступлений. Ну, если говорить о ситуации в мировом православии, которая, конечно, увечит сильно Россию сейчас, мы видим, что расколы, непонимание. Как можно эту ситуацию уврачевать, как говорят церковные люди, без исцеления России? Вот
пока она не придет в порядок, можно что-то решить в мировом православии? Удельный вес России в мировом православии очень высок, это правда. И количественно это самая большая церковь, это правда. По своим ресурсам это самая влиятельная церковь. И она, конечно, меняет этот пространственно-временной континуум православия. Это, знаете, как большая черная дыра в середине какой-то галактики. Вот она искривляет этот континуум в этом звездном образовании глобального православия. И Россия уже повлияла негативно, на мой взгляд, на глобальное православное вот это содружество, сообщество. И мы видим, да, вот это совершенно непонятное и вызывающее гнев молчание православных церквей по отношению к войне, а иногда да, оправдание даже этой войны, это влияние, это результат вот этого влияния, этого искажения православного континуума, да, так скажем. Этому, конечно, сопротивляются отдельные церкви, прежде всего Вселенский Патриархат. Я думаю, что действительно Патриарх Варфоломей стал на защиту такого, скажем, нормального православия в этом смысле. Но даже у него не все получается. Как мы видим, вот есть конфликт между церквами по поводу роли Вселенского Патриархата и так дальше. Вот. И поэтому без решения проблемы России вот, политического, глобального, нельзя будет решить вот этот частный вопрос искривления глобального православия. Только нормализация России, приведение России в какой-то, или того, что останется от России, там, может быть, это будет какая-то, она есть уже федерация по конституции, может, это будет конфедерация или что-то другое. А без решения политического вот, проблемы России, я думаю, в православии это останется это как такая черная дыра, которая будет затягивать туда в себя церкви и будет изменять вот это пространственно-временное, так скажем, да. Да. Но если молчат православные лидеры, не молчит Ватикан. Позиция Ватикана менялась с начала полномасштабного вторжения. Мы видели сначала просто пацифизм, чистый пацифизм со стороны лично папы. Как вы наблюдаете этот, тоже эволюцию взглядов и заявлений Франциска и позиции Ватикана? И насколько вообще действенно то, что Ватикан пытается каким-то образом участвовать, если они не говорят сейчас в примирении, то хотя бы в каких-то гуманитарных инициативах. Мне нравится то, что папа не просто ошибается, но готов признать свои ошибки. Заявления папы, они действительно не идут одной ровной линией. Я бы назвал так, сказал так, что они развиваются по синусоиде, вот так вот, да? Вверх-вниз. Но при этом общий вектор синусоиды все-таки склоняется сейчас в сторону Украины. Есть эволюция взглядов папы, которая приближает его позиции, общую линию вот среди всех этих неровных заявлений, да, ситуативных, к тому, что важно для нас, для украинцев. И что очень важно, папа не воспринимает свои заявления как нечто экс-катедра, так сказать, нечто непогрешимое, нечто, что должно быть выбито в камне, что называется. Он живой человек. Он очень четко дает понять, что он живой человек, который ошибается, готов пересматривать свои взгляды, и он это делает. Но при этом, несмотря на эту эволюцию, мне кажется, он так и не смог выйти за рамки того контекста, в котором сформировались его взгляды. Это контекст глобального юга. Это контекст борьбы латиноамериканских народов против гегемонии Америки и Запада. Mm-hmm. То есть это то, что на него повлияло, то, что его сформировало как личность, его взгляды богословские. И вот эти взгляды сформировались в контексте особенно очень сложного периода 70-х, 80-х годов в Латинской Америке. Это грязные войны в Аргентине, это попытки освободиться, как-то пересмотреть отношения с северным соседом для латиноамериканских стран. И вот за рамки вот этого мышления, этой борьбы, папа так и не вышел. Он не стал, скажем, представителем либерального богословия освобождения. Uh-huh. Да? Несмотря на вот эти все флуктуации и несмотря на вот эту синусоиду, эта синусоида все-таки в рамках координат, в системе координат остается теология освобождения латиноамериканских вот этих всех процессов, которые происходили. Позиции папы. Теперь, что касается инициатив Святого Престола, потому что это все сложнее и более систематично. Uh-huh. Да? Есть курия, есть службы, которые отвечают за внешнюю политику, за гуманитарную политику. И в этом смысле, конечно, папа Франциск является таким дизраптором, так сказать, он немножко вносит какой-то беспорядок, может быть, в общую направленность ватиканской политики, что и хорошо, и плохо, с
другой стороны. То есть он как бы устраняет инертность, может быть, в политике. Так бы политика Ватикана, наверное, до сих пор находилась бы в каких-то рамках, созданных кардиналом Кассароли, восточной политики. Это такой дружбы, понимания России и загадочной духовности. Совершенно верно. Папа Франциск в этом смысле стал, конечно, таким фактором нестабильности в этой политике, что хорошо для нас, да, на мой взгляд. Но, с другой стороны, он, конечно, заставляет очень часто Ватикан и службы Ватикана, Святого Престола, заниматься таким кризис-менеджментом вот, по поводу его высказываний, по поводу его заявлений и так дальше. Ну вот если как бы говорить об общей политике Святого Престола, то мне кажется очень важно четко различать две вещи, два направления, два трека, так сказать, в этой политике. Первый трек — это гуманитарный, второй трек — это миротворческий. Это две совершенно разные процедуры, два разных процесса, две разные философии, две разные методологии. Иногда они просто противоречат друг другу. Ты либо занимаешься гуманитарной помощью, либо ты строишь мир. Иногда они просто эти две вещи несовместимы друг с другом. И мне кажется, что Святой Престол доказал свою эффективность и полезность для Украины на треке гуманитарной помощи. С самого начала войны, с 2014 года, были инициативы по поводу беженцев, по поводу людей в зоне конфликта. Папские представители ездили в Украину, привозили помощь и продолжают это делать очень активно. И мне кажется, что в связи с этим миссия кардинала Матео Дзуппи в Украине и в России, она может быть очень полезной. Она, в конце концов, на мой взгляд, я очень на это надеюсь, может привести, например, к возвращению из России какой-то части украинских детей, похищенных, вывезенных помимо их воли, воли их родителей на территорию России. Что касается миротворческого трека в политике Ватикана, мне кажется, что он потерпел фиаско. Вот если прямо так сказать... и коротко. Безусловно, какие-то надежды на успех этого трека были, когда папа Франциск назначал кардинала Дзуппи в качестве его эмиссара. И я думаю, что, хотя есть разные версии, некоторые говорят, что он уже приезжал в Киев, не надеясь на успех в области миротворчества. Я думаю, что с этими надеждами он распрощался уже в Москве. Не в Киеве, а в Москве. После того уровня встреч, который ему устроили, он встречался фактически с двумя людьми. Если так, без имен. Первый — это ноунейм, а вторая — преступница. Вот ну и патриарх Кирилл. Ну, если говорить о политических, да, сказать, политических встречах, да, как бы, ну, Ушаков известен в узких кругах, да, там, да. Да, но кто он такой, да, просто там советник Путина, и Львова Белова, которая преступница. Вот. Конечно, вот это тот уровень встреч, который Москва организовала для Дзуппи. И патриарх Кирилл, да, который тоже сначала как бы говорил, что он не знает, будет встречаться. Если ему его график позволит, тогда он может быть встретиться с Дзуппи. Так вот, я думаю, что кардинал Дзуппи распрощался с надеждами на миротворчество, на какой-то успех на вот этом миротворческом треке как раз в Москве. Что очень важно, это произошло не в Киеве. Киев показал, на мой взгляд, готовность, открытость к тому, что попробуйте. Если у вас есть какие-то идеи по поводу миротворчества, мы только за. Мы за мир. Предлагайте. Попробуйте. Ну да, и встреча президента Зеленского. Конечно, во время, когда произошла эта катастрофа на Каховской дамбе, он нашел время, да, и пожертвовал другими какими-то вещами для того, чтобы оказать уважение и внимание этим инициативам. Но эти инициативы, конечно, разбились о каменную, в буквальном смысле, о стену Московского Кремля. У меня тоже огромная надежда, в первую очередь, на конкретную просьбу Зеленского, который папу лично просил помочь в детском, да, вопросе спасения украинских детей. Да. Мы с вами так посмотрели на мировой контекст, теперь давайте самое время уже про то, что в Украине происходит, в том числе в конфессиональной плоскости. Мы видим, как война наносит иногда, кажется, неисцелимые раны вот телу украинского православия. Это довольно больно наблюдать, и, конечно, и вам тоже, как человеку непосредственно, части этого украинского православия. Как вы смотрите на все происходящее? Какие есть пути? Украинское общество, можно сказать, благодаря войне консолидировалось. Вот, старые линии разделения как-то были затерты.
политического разделения прежде всего. Какая-то синергия между старыми политическими антагонистами нарисовалась, и она очень полезна, очень важна для украинского общества. Старые церковные разделения остались разделением и еще более усугубились, на мой взгляд, к сожалению. И это очень печально, потому что церковь должна была бы быть в авангарде процессов консолидации в обществе. Она должна была бы предлагать обществу новые модели объединения и диалога. Вместо этого она как минимум находится в арьергарде общества, да, а то и возвращает общество к старым схемам разделения. По религиозному, по национальному, по языковому признаку и так дальше. И, конечно, со стороны церкви звучит риторика, направленная на необходимость какого-то диалога, объединения, взаимопонимания и так дальше. Но дальше риторики, к сожалению, я не вижу, чтобы дела сильно заходили. Дела немножко отличаются, иногда даже не немножко отличаются от слов. И это проблема для обеих украинских церквей, Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и Православной Церкви Украины. Пока что обе церкви являются не частью разрешения проблемы, а частью проблемы разделенности украинского общества. Мне кажется, нужно понимать тоже, что это помогает Москве в осуществлении ее целей в Украине. Потому что интерес Москвы в том, чтобы защитить, как они говорят, каноническое православие Украины, то есть УПЦМП. Интерес Москвы в одном, чтобы как можно больше непонимания, конфликтов на религиозной почве развивались в Украине. Они потом с удовольствием подхватывают эти конфликты и раздувают их до вселенского масштаба в СМИ и там созывают сессии Совета Безопасности ООН на эту тему и так дальше. То есть Москва заинтересована в том, чтобы межрелигиозные конфликты в Украине продолжались. Вы очень много путешествуете, общаетесь с профессиональным сообществом своим, с богословами, исследователями, писателями, религиозными деятелями. Что они у вас спрашивают про Украину, про то, что происходит? Ну, в общем-то, люди в курсе того, что происходит, более-менее. Конечно, это не то, что было там 3 года назад, 5 лет назад, когда Украина была фактически белым пятном. Война заставила людей узнать намного больше об Украине, и поэтому сейчас вопросы касаются уже больше каких-то нюансов и того, о чем пока еще не написали в СМИ или пока еще не написали эксперты. Вопрос религиозной свободы очень важный сейчас. Его постоянно ставят. Это я должен как бы сказать, заявить, что он действительно в фокусе внимания экспертного сообщества. И здесь есть две категории людей. Есть искренние друзья Украины, которые искренне хотят Украине помочь, которые искренне желают победы Украины. И они недоумевают. Они говорят, ну как так? Ну, объясни, вот почему так происходит? Вы же сами себе вред приносите. Да? Это одна категория людей. Другая категория людей — это те, которые всегда симпатизировали России. Они до сих пор продолжают симпатизировать России, но сейчас не могут это открыто об этом говорить. И поэтому они даже отчасти радуются тому, что происходит. Что они находят оправдание для своих симпатий. Я хотел бы привести здесь в качестве рекомендации слова апостола Павла. Не давайте повода ищущим повода. Нам нельзя давать повод ищущим повода для того, чтобы обвинить Украину в чем-то неправильном и дать России какие-то дополнительные аргументы против Украины. Сама война — это очень серьезное разочарование для меня в том, что, оказывается, духовность, церковность ничего не могут в современном мире, что это остается какой-то частью нашей жизни, которая не может влиять на исторические процессы, на такие серьезные глобальные сломы. Две христианские страны, и что делает одна с другой? Да. Это страшно. Вот если в контексте современной богословской мысли эти сомнения, это разочарование, и как из него выйти в сторону надежды? Вы знаете, нечто подобное испытывали многие христиане в Западной Европе во время и после Второй мировой войны. Потому что ведь нацисты и фашисты, они как бы защищали христианство. Нацизм возник вообще как реакция на коммунизм. Вот коммунисты начали гнать церковь, и возникла в Европе сила, которая сказала, нет, мы будем защищать церковь, мы будем защищать христианство. И так возник нацизм и различные формы фашизма. И возникнув вот таким образом, они не смогли взять из христианства самую главную идею, или самые главные идеи, которые должны были бы предотвратить эту войну. Война произошла. И возникло очень сильное разочарование. Одна из интерпретаций секуляризации, которая возникла после Второй войны, это то, что люди просто разочаровались в возможности церквей
улучшить общество, избежать войны, предотвратить войну, предотвратить конфликт, насилие и так дальше. Вот. Но, с другой стороны, эта война дала новые импульсы для богословия, для церквей. Был создан Второй Ватиканский собор, который радикально изменил католическую церковь. Mm-hmm. В протестантском мире тоже произошли процессы переосмысления богословия, которая изначально, в своей изначальной форме, привела к нацизму. Протестантское богословие, либеральное протестантское богословие начала 20-го, конца 19 века, оно же стало как бы такой матрицей, в которой очень себя комфортно чувствовали вот эти идеи нацизма. Вот. И все эти глобальные процессы, они, то есть война и разочарование в идеологиях, приведших к войне, в том числе таких квазихристианских или прохристианских mm-hmm. идеологий, они заставили и церкви, и богословие переосмыслить очень много вещей, радикально переосмыслить. Mm-hmm. Я думаю, что да, но при этом православный мир, он оставался как бы в тени. Хотя в православии были свои формы фашизма, да, но глобальные процессы переосмысления, такого аджорнамента, если выражаться mm-hmm. языком Второго Ватиканского собора, эти процессы не затронули, почти не затронули православный мир. Вот. Сейчас пришла наша очередь переосмыслить то, чем мы жили все это время. Переосмыслить вот этот весь византинизм, избавиться наконец-то от него. Переосмыслить идею прав человека. Переосмыслить идею свободы человека. Переосмыслить идею каких-то конфессиональных стен, угу. которые тоже, как бы, например, одна из главных идей, лейтмотивов этой войны, это противопоставление Востока и Запада. Да. Да? Вот, это совершенно такая проблема экуменическая и конфессиональная в значительной мере. Я очень надеюсь, я верю, что в православии есть очень много ресурсов, которые помогут православию переосмыслить вот эти все как бы ошибочные линии развития, треки развития, которые привели к этой войне. Я очень верю в православие. Я считаю, что у нас есть колоссальный потенциал для такого переосмысления, колоссальный потенциал для преобразования или преображения, опять-таки говоря, выражаясь православным языком. И мы, у нас другого выхода нет, кроме как измениться, кроме как пройти путь катарсиса, пройти путь какого-то очищения, покаяния, и уже на новых каких-то богословских основаниях, которые на самом деле не являются новыми, они традиционные, они зашиты в нашу традицию, они зашиты в святоотеческую традицию, в библейскую традицию и так дальше. Вот. Их нужно просто оттуда взять и на их основании переосмыслить то, чем мы есть и чем мы должны быть. Много еще предстоит. И спасибо вам за ваши труды, за вашу публичную позицию и за то, что нашли время поговорить со мной. Спасибо. До встречи. Это был богослов, писатель, священник, исследователь, отец Кирилл Говорун. Оставляйте ваши комментарии под этим видео, поделитесь этим видео и подпишитесь на наш YouTube-канал. Берегите друг друга и берегите Украину. Встретимся через неделю.